YouTube, привет. Слав, привет. Вот мы тут делимся своими, так сказать, колхозными идеями. Кто где и как колхозит, делимся друг с другом. Для чего? Для того, чтобы, если можно, что-то сделать своими руками, не переплачивая. Вот в данном случае идет вопрос о защитных экранах. Вот Славе повезло тут, ему друзья, знакомые сделали экран бесплатно. Вот. Это дело хорошее. Ну вот сейчас вам покажу еще одну ерунду. Не только русские экономят. Вот он канал немецкого мастера, довольно-таки популярного. Вот мастера. Вот у него куча подписчиков. Знаменитый, хороший мастер. И вот сейчас вам покажу, что он подсказывает нам. Вот это в качестве поделиться тоже. Как вы видите, вот, это у нас простая фанера. Вот. И также нормально работает все. Вот, все хорошо. Вот, так что вот такое еще дополнение из Германии пришло. Вот, кому-то может пригодиться. Вот, так что не все. И не только мы не хотим переплачивать, но и там ребята тоже как бы не шиком бреются все. Если есть возможность не переплачивать, то этого не надо делать. Вот. Другой вопрос, когда нет такой возможности и надо что-то купить, допустим, вот не могу я такое сверло сделать, да, естественно, в разных условиях его не изготовишь там или еще что-то. Вот тогда его надо пойти и купить, поскольку оно нужно для работы. А если, извините, можно вот такую колотилочку сделать, на нее магниты повесить, ей спокойно палку-забивалку сделать. Вот у меня их тут ни одна и ни две. Зачем их покупать по полторы, по 2000, покупать эти забивалки? Ей вот такой забивалкой прекрасно можно работать. Так что вот так вот. Потихонечку делимся тем, что можно сколхозить. Все, всем привет. Пока-пока, до новых встреч.